В столице Зауралья прошли 11-е областные образовательные рождественские чтения. На общественный форум съехалось более 200 участников из Курганской области, а также гости из соседних регионов. Какие темы обсуждались на межрегиональном этапе рождественских чтений, смотрите в сюжете наших челябинских коллег. Традиция, инновации, культура, общество, личность. Такова тема 11-х образовательных рождественских чтений, которые прошли в стенах библиотеки Курганского госуниверситета. Для нас, наверное, самое главное, то, что мы имеем возможность собраться вместе, заслушать доклады, обсудить услышанное, поговорить о тех животрепещущих вопросах, которые, безусловно, есть в нашей жизни, найти какие-то общие точки соприкосновения и платформу для последующей совместной работы на благо Отечества и нашего общества. В форуме приняли участие более 200 человек. Это священнослужители Курганской митрополии, представители от государственной власти, политики, культуры, руководители и педагоги образовательных учреждений Курганской области. Вновь и вновь рождественские чтения подтверждают статус общественного мероприятия, где обсуждаются важнейшие темы. Это особенно актуально в наши дни, когда Россию в очередной раз испытывают на прочность, усиливая давление Запада. Злу нужно что-то противопоставить, ну, то доброе, то, что изначально Господь дал людям, те знания, ту веру, тогда мы должны преодолеть это зло, ведь дьявол должен быть повержен. Но сделать это, я считаю, гражданское общество без помощи церкви не способно, не может. Обсуждались на чтениях такие темы, как духовный смысл православных традиций и обрядов, христианство и возникновение европейской науки, и, конечно же, много говорили о состоянии и перспективах духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Именно в этой сфере сегодня как никогда необходимо понимание между церковью и государством. Гражданское общество, оно характеризуется вовлеченностью всех людей в этот диалог, потому что убеждения, их, конечно, можно навязать, но они точно так же, как листья отпадут по осени, если они будут навязаны извне. Необходимо, чтобы убеждения, которые мы слышим, человек принял внутренне, чтобы они стали своими для человека. Поэтому самый эффективный путь, он же самый трудный. Медленный, конструктивный, постоянный, терпеливый, внимательный диалог с другими людьми. Вот в этом сегодня нуждается наше общество, в том числе и церковь. После основной части форума состоялось награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса за нравственный подвиг учителя. В Зауралье стало доброй традицией чествовать победителей регионального этапа конкурса в день проведения рождественских чтений. На этом форум не закончился. В рамках чтений состоялась работа секций по пяти направлениям, где участники смогли в более узком кругу выслушать коллег, поделиться своим опытом, подискутировать. Наталья Шуплицова, Сергей Касьянов, пресс-центр Курганской митрополии. Для телеканала «Союз».